Мы договорились, что вместе ходим. Алло. Алло. Привет, чё, как дела? Да нормально. У вас что? Да заебись, там входят радостные новости. Блять. Какие? Ну, типа, мы в Белоруссию скоро поедем. Будем ждать подкрепления. Техники, людьми, укомплектования. Ну, я надеюсь, что нас домой уже отправят. У вас едут. Потому что у нас... А? С Млечника едут люди. У нас просто мало людей осталось. Много людей погибло. Много погибло, много раненых. С части с вашей. Да, именно с нашего части, с нашего батальона. Типа в списки пришли. Что в списке? Ну, погибшие, раненые, без вести пропавшие. И что, сколько? Да не говорят они нихуя, ты что? Вон бабе сказал, свой мужик, который, ну, тоже с вами там, типа, то, что тут дохуя умирает, типа, короче, пиздец, она, короче, панику навела, ей, короче, сказали, типа, все, ротик позвали свой знакомый, либо тебе будет плохо, и, типа, твоему мужу так же, блядь, там. Чтобы, ну, короче, вот панику не наводили. Ну, вот поэтому нельзя никому ничего говорить. Бля. А, это они ебашат наши. Наши ебашат. А у вас техники ничего не осталось? Чуть-чуть. А пистолет, ой, блядь, пистолет, автоматы у вас есть, да? Да, есть, конечно. Пиздец, только в плен российских берут. У вас есть эта белая ниточка? Да, правая рука, левая нога. Только в плен берут, это пизда российских. А у вас там грады, да? Почему тут минометы, грады, саушки, танки? А, кстати, вам привезли еду? Еду вам привезли? Какую? Ну, типа, вот этот замковый держатель сегодня говорил, типа, вам не привозили еду, потому что, ебать, плохая, типа, погода. Нам привозили два дня назад, 2-3 дня назад. Ну, у нас... И вот вчера он говорил, типа, то, что вам все привезли. У нас вчера пайки взорвало. Пол Урала пайков взорвали. Да пизда. У нас же вчера замес был. Да это туда наши ебашат.